1917 году борцы за народное счастье жили заветной мечтой о справедливом и гуманном обществе. Им удалось многое. Прекрасные слова: мир, труд, свобода, равенство, братство народов гордо звучали в стране Советов. Лучшие идеалы человечества смело воплощались в жизнь. Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог ей родиться заново. Ныне тот революционный порыв превратился в яркий пример для новых поколений борцов за лучшее будущее. Уверена, что этот праздник не исчезнет и будет всегда отмечаться в нашей стране как символ нашего уважения к славным традициям и свершениям многих поколений. Мокрый ветер в лицо, на исходе октябрьской ночи новый день на рассвете встал. Над землею светло и прочно, и не думать об этом нельзя. И не помнить об этом не вправе я. Это наша с тобою земля. Дорога, улыбкою друга, слезами врага, мой край затерялся среди скал и камней, и меньше земли в нем, чем славы о ней. Он не изобилен, как сказочный сад, он дружбой усилен, любовью богат. Однажды старик наш седой, как гора, почувствовал, жизнью прощаться пора. Но смерть перед тем, как скрутила его, о жизни прошедшей спросила его. Сказала: а ну-ка скажи, человек, как жил ты, как прожил немалый свой век? И начал несчастный последний свой час о жизни некраткой короткий рассказ. Мол, жил, не тужил, не блудил, не грешил, хмельного не пил, табака не курил. С утра, и пока не ложился он спать, три раза кормился, молился раз пять. Не лгал он, не крал он, хоть знал, не болтал. Чужого не брал, своего не давал. И след, что известно своей простотой, ему улыбнулась. Ты жил, как святой. Дорогие товарищи, друзья, земляки, сегодня мы собрались с вами здесь на праздничный концерт-митинг, чтобы отдать дань глубокого уважения и исторической памяти Великой Октябрьской социалистической революции. 25 октября 1917 года стало звездным часом в истории нашей Родины, когда впервые к власти пришли представители трудящихся и начался созидательный путь построения общества социальной справедливости, межнационального равенства и братства. Этот путь был трудным и сложным. На нем были великие победы и горькие поражения, трудовые и ратные подвиги советского народа. В результате победы Октябрьской революции возникло общество социалистическое, Советский Союз, могучая мировая держава. За короткий срок по меркам истории в нашей стране была проведена социалистическая индустриализация, возникло коллективное сельское хозяйство, передовая наука и культура, создана гарантирована государством система социальной защиты населения. Наш народ под руководством коммунистической партии победил в Великой Отечественной войне. Короткий исторический срок восстановил разрушенное немецко-фашистскими захватчиками народное хозяйство –
создал ракетно-ядерный щит, первым в мире прорвался в космическое пространство. За 50 лет после октября наша страна стала мировой сверхдержавой. Рядом с ней возникла мировая социалистическая система. Наша страна могла бы развиваться и дальше, но произошло предательство перерожденцев в руководстве Компартии Советского Союза. Дорогие друзья! Председатель управления Адыгейского республиканского отделения общественной организации «Дети войны» 40 лет Валерию Федоровичу. От имени более чем 30-тысячной организации Адыгейского республиканского отделения «Детей войны» я глубоко и сердечно поздравляю всех присутствующих и неприсутствующих с сегодняшним замечательным праздником, столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Дата эта для нас священна, особенно для детей войны. Нам повезло, и мы сейчас счастливы от того, что мы жили в эту эпоху, эпоху, рожденную Великим Октябрем. Yeah.
нам, примером ярким станет. Комсомольский билет читает Грицюк Богомир. Комсомольский билет, комсомольский билет, ты у сердца согрет молодого, там, где спрятан заветный девичий портрет, дать матери нежное слово. Все мечты, все, что было, что будет и есть, все, что нас согревает на свете, наша юность и цвет, наша родина честь, все слилось в комсомольском билете. Пионерский костров, золотая зола, необъятные наши просторы, наша школа, где крепкая дружба росла, комсомольские жаркие споры, вечеринки, собрания и ночи без сна, и любовь, и работа большая. Комсомольский билет — это наша страна, это молодость наша родная. В гимнастерке походной у сердца согрет верный спутник отваги и чести. Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет, неустанно взываешь о месте. Ты как совесть живая с бойцом говоришь, слыша сердце биение любое. Прославляешь героев и трусов клеймишь, вдохновляешь для смертного боя. Комсомольцы всегда и везде впереди, не дают они клятвы впустую, как святыню они берегут на груди комсомольскую книжку простую. Без победы ни жизни, ни радости нет, ни свободы, ни дома родного. Комсомольский билет ты у сердца согрет, ты у сердца согрет молодого. Я обращаюсь к вам, молодое поколение. На нас с вами лежит очень большая ответственность. От нас с вами зависит то, каким будущее мы увидим. Мы недавно вернулись с международного фестиваля демократической молодежи. Наши товарищи, комсомольцы и коммунисты других стран, передавали всем вам привет и просили поздравить с этой величайшей датой, со столетием Великой Октябрьско-социалистической революции. Знаете, ребята, очень обидно и стыдно, когда в других странах знают порой больше о революции и чтят больше, чем некоторые наши сограждане. Давайте исправим это. Давайте не дадим украсть нашу историю. Ведь коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым. С праздником вас, товарищи! Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол! Ленин, партия, комсомол! Веселее, веселее! Отпевайте все! Колеса диктуют вагонные, безвочно увидится нам. Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется. Груз и вести, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес, не слышу! Мой адрес не дом и не улица, мой адрес. Браво! Вы точки тире телеграфные, ищите настрой, как у меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется. Груз и вести, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес.
поет, заботится сердце, сердце волнуется, от что и багуется груз вместе мой адрес. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседями не знали и не верили себе, что он у нас сосед играет на кларнете и трубе.
из глухих селений. Мы были первыми ослеплены, оглушены, когда сказали: лень! Не передать ни радости такой, ни клекота рукоплесканий жгучих. Как страги струдились мы тысячной толпой, зал грохотал овации могучие. Товарищ Ленин руку поднимал, молил пощады, но пощада мимо, и осажденный радостью стоял он перед лагерем неумолим. Ни о чем.